Давай на собрание заходи. Вы поедете на работу, нет? Пока не знаю. Я не снимать. Разрешите, я туда. Мы прямо с утра пьем. И не закусываем. Через бутылки прям, да? Где Леша? Температуре. Нос не мыл, не мазал. Ну, где я успевала. Лимон не ел, малину не ел. Мёд. Царю небесный, утешителю души сыны, и живи здесь, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Благослови, Господи, будь милост нам грешным, Тебе слава веки веков. Аминь. Завтра понедельник, 110-й праздник, Сретение Господа нашего Иисуса Христа, когда младенца принесли в храм. По закону, как должно было. По вечерам, кто может, где-то сходите на молитву в храм. Завтра, конечно. Следующее воскресенье уже называется неделя будет о мытаре и фарисеи. По богослужебному кругу, значит, это, говорит, называется неделя о мытаре и фарисеи. То есть Евангелие будет читаться об этом. Уже начинается подготовка к Великому посту. Так называемая книга «Постная триодь». Уже со следующего воскресенья эта книга употребляется на богослужение. Постепенно церковь готовит нас уже, где будет, неделя будет там сплошная, потом пестра, потом масленица и Великий пост. Пасха будет 1 мая. Ну, все вы, наверное, слышали новости, что святейший патриарх Кирилл находится в путешествии, путешествующим на Кубе. Вчера они встречались с Папой Римским, были. О том, что показывает, как они приветствовали друг друга, там сам, ну, это пока. А остальное все остается. Что они там разговаривали, это было уже журналисты, все, пресса была удалена, когда они пошли на
переговоры. Два с лишним часа разговаривали. И вся эта подготовка, как много раз по новостям сообщались, что встреча эта готовилась не в строгой секрет, а в строжайшей секретности. Готовилась эта встреча. Это историческая встреча за все время, там, ну, как разделение произошло в X веке на Восточную и Западную Церковь, то предстоятели церквей не встречались. Это первая встреча такая. Но дальше будет уже, может быть, и известно, о чем они разговаривали, пока это в тайне остается. Явно было сказано, что они должны были разговаривать о том, как, чтобы, ну, уменьшить гонения на христиан, так скажем, чтобы не было гонения на христиан, а то там, где в тех странах, там, вот, мусульманских, там, в африканских, гонения на христиан. Вот чтобы они договорились об этом, как бы, чтобы не было гонения на христиан. Ну так, если разобрать, как они могут воспрепятствовать тому, чтобы не было, если это от Господа, то никто этого не скажет, чтобы не было гонений на христиан. Всегда были гонения на христиан. И должны они быть, эти гонения. Христа где встречали? Когда вы себя его встретили сегодня, осанна вышли, благословен гряды во имя Господне, а на завтра уже распни его. Все. Сегодня восхваляли, а завтра все эти же самые люди кричали: распни его. Ну, такая самая новость. Другая еще, слышал я вчера по радио, что выступает несколько раз посредством массовой информации председатель правительства Медведев. Везде говорит, что, то есть говорит о том, что не нужна нам третья мировая война. То есть на грани, мир стоит на грани этого, просто на грани, потому что вначале уже об этом в открытую говорить, что вот-вот должно это быть. И вот, что не нужна, мы за мир, и мы мирные люди, так он говорит, что мы не желаем никому, чтобы не желаем, чтобы было это третье потрясение еще было. Он говорит, не война там, а потрясение. То есть, ну, это понятно, что такое. Ну, это такие общественные новости. Ко мне какие вопросы есть? Да нет. Никаких. Я уже через две недели вышли. Слушай. Ну, у меня не пачка вопроса, я хотела поблагодарить тебя. Я спрашиваю, ко мне вопросы какие, потом будем благодарить. А ко мне вопросы какие есть? Через неделю приеду. Так, да, через неделю. Приеду к вам на неделю о блудном сыне. Это будет мытарь фарисея, я буду дома, а на блудного приеду к вам. Сюда, да. Васька, Пасха, скорее всего, будет уже в благоприятных условиях природных. Вопрос не ко мне, Игорь. Звони по другому телефону. Ну, я думаю, все равно придет время, и мы вас спросим. Ну, смотрите. Молиться нам. Попасть на Пасху потеряет. Вот и все. Вопросы это не ко мне. А жаль. Так, еще какие вопросы? Кто-то мне задавал перед службой какой-то вопрос, и я что-то и забыл. Про унию. Кто? Про унию. Про унию он. Что если не про унию ей надо узнать. Но я так уже точно не знаю, но примерно так скажу, как знаю. Что те области, западные области, там на Украине где, вот, там всегда, там была власть менялась, а то они там к Литве признают, то к Польше там это, вот. А там всегда те страны, это были они католические страны, в основном там был католицизм. Вот. Ну и они, конечно, ясно, что проповедовали это должно быть. И сделали так, такое, что уния, то есть соединили как бы православие с католичеством. У них остались обряды православные, богослужения по православным, как у нас книгам ведут, но у них, значит, что? Они поминают папу. Предстоятель церкви у них папа римский. Вот. Ну и священники, естественно, больше подражают уже западному образу того священства. Я когда в этом году был в Белоруссии, и мы со Сыманом нас пригласили там на один приход белорусский. У них праздник был, я уже рассказывал, там праздник освящения храма. Священников было больше 20. Священника на богослужение. Архиерея не было. Подходит батюшка, нам говорит: вы из России, наверное, да?
Я говорю, а как вы узнали, что мы из России? Ну, я смотрю, у вас бороды не стрижены, не бритые вы. У них большинство священники так, или чуть-чуть так бородка, или совсем бритые даже священники. Это уняться, как бы не православно, но они уже полностью как бы под католика подделываются. Ну вот так вот, я знаю так вот. И с унией боролись, а когда советская власть пришла, то эту унию старались уничтожить. Как бы, и не было их. Их садили там в тюрьмы, эти там западники были здесь, лагеря наполнены этими бандеровцами, как их говорят. Да там гребли всех, кто и участвовал в военных, где кто не участвовал, по порядку всех гребли, да. Вот. Пришло, когда это свобода время, и дали опять, не стали. И что стало? За это время они отняли, да, скажем, не половину, а может быть, процентов 80 храмов, которые были православные уже, они обратно униаты заняли. И это с благословения, конечно, папы происходило. Если папа сказал не трогать это, никто бы они бы не посмели этого тронуть. Но благословение папы эти храмы все отнимали. Просто приходили, выгоняли, выбрасывали из храма православных, и храмы занимали эти униаты. Мы ехали когда там по Украине, уже по Белоруссии даже, и вот, ну где какой храм, а там часто храмы бывает, потому что там население как-то гуще, и деревня одна кончается, начинается другая деревня там, и в каждой деревне там по два, по три храма. На той конце там храм, в середине там это. Ну и отец Петр-то этот белорусский, ну где храм это, на храм надо обязательно перекреститься. Мы, значит, о, здесь не надо креститься, это храм униатский, на его креститься не надо. Или там Филаретовский храм, это Филаретовский, то есть... Они, Украина, когда в 90-х годах, они в 91-м году, вот, был такой, но он и сейчас еще живой, митрополит Филарет Денисенко, он был член Синода, экзарх Украинской Православной Церкви, ну а там что-то у них получилось, какое там это, стали они там за власть, видать, что-то, обидели его, и он отделился, не стал подчиняться, ну его да, вначале запретили, потом его лишили сана, там его из монашества вроде там что-то расстрелили. Ну а он продолжает дальше, объявил себя патриархом, и у них получилась Украинская церковь. Он патриарх Украинской церкви. Вот. Ну а запрещение не поле. За что? Единственное, что только могли запретить его по 55-му правилу апостольскому. Досаждение епископом. Все. А то, что если взять что-то моральное поведение, то за это не могли запретить его и лишить сана. Потому что то, что там говорят, это слухи, что было там что-то, так это было, он был членом синода, все знали, что там было, но никогда его не запрещали и ничего не было. А здесь получилось так. Ну и вот и сейчас получилась еще это одна церковь. Но она нигде, никакими патриархами там вселенскими она не признана, это украинская церковь. Он считается как... Ну, самосвят, вроде запрещенный он, лишенный сана. Ну, а под отдачу, а у него приходов больше, чем у Московской патриархии там приходов у него больше. Гораздо больше. Потому что украинцы все, которые настроены, как говорится, про московские, они больше их, значит, к нему там. Вот. Ну и вот так вот. Может быть, они там договаривались, патриарх с папой, может быть, как-то... Здесь, но папа все равно будет к тому, чтобы свое, они этого не упустят никогда, католики, чтобы именно свое. Не может он там уступить патриарху, что давайте там и отдать униатские храмы, это ясно, что не отдадут там. Ничего будет. Ну вот так вот, вкратце такое вот положение. Достоверно можно там, я не знаю, найти где-то, узнать, как оно зарождалось, это униатство. Кто это знает, может тогда уже поведать. Насколько я знаю, только вот так вот. Я не занимался этим вопросом. Флорентийская первая была, да, в конце 15 века. Вот так. Разделение-то между Восточной и Западной Церковью было совсем ни на чем оно основано-то. Они поделили Болгарию. Кому Болгария должна была достаться? Или Византии, или Риму. Из-за этого подрались и разделились. А постепенно потом начали уже накладывать обычаи, свои там эти традиции, как говорится, церковные. Там догматика уже меняется. Но и сегодня говорить о том, чтобы соединить, да, ну это невозможно просто. Никак нет.
Ну кто, католик, он не пойдет на это, и православные. Уже сейчас, говорит, брожение начинает там по монастырям, где там и православные люди, и священнослужители многие. Что это такое? Думают, ага, нас хотят католиками сделать. С ума посмотрим. А католики там подумают, ага, на что, хотят православными русскими, чтобы мы с бородами ходили? Ну да. Ну, вот так вот. Ну, патриарх путешествующий, поэтому я сегодня совершил молитву путешествующий, чтобы Господь сохранил его и спас. Уйти, потому что он еще нужен, видать, здесь. Так вы молитесь о путешествующем. Тайна. Вот. Да что там тайна? Еще какие вопросы? Ты все знаешь. Ничего больше нет? Ты больше чего? Болящий у нас вчера взвалила вечером Валентина Тарасова. Борисова. Заболела ее, увезли на скорой, но вернулись домой на скорой, вроде бы немножко отошла. Привезли домой, да? Да, домой, говорит, привезли ее домой. Там полы сделали, что ли, какие-то процедуры там, и отправили домой. Потому что больницы переполнены сегодня, и там в коридорах негде ложить, говорят. Что с этими, с гриппом и прочее. Вот. Больных все больше и больше становится. Хотя по радио, по телевизору все там рецепты дают, и где какие врачи консультируют, а больных все больше и больше становится. Ну, продолжайте, Виктор. Спасибо, Елена Батюшка. Ну, батюшка начал о больных говорить. Давайте поговорим о всех наших болящих, о тех, кто нуждается в нашей помощи. Сестра Маргарита Александровна, передает всем поклон. Ее прооперировали. Чувствует себя в отношении операции благополучно. Ну, у нее там, понимаете, тазобедренный сустав никакой, там все эти вот суставные поверхности, они там стерлись, я не знаю, как она вообще ходит, там это, вот, посмотреть снимок, это что-то. То есть там надо оперировать, и тазобедренный сустав. Так что и здесь болит, и там болит, и не знает, как лечить, то есть практически бессонные ночи, и днем беспокойно. Пока ей давали там какое-то количество обезболивающих, более или менее было спокойно. Сложно, так что молитесь, чтобы Господь ей помог преодолеть эти боли. Вот. Алексея Семеновича выписали, я позвонил, он вчера, он дома уже, Алексей Семенович, получше ему стало про лечение его сустав, который прооперирован искусственно. Кто у нас еще болящие? Давно не вижу я Марию Яковлевну. Болеет? Болеет. Я никак. Она лежит? Нет. Ходит по поверху, это даже иногда выходит туда, на это, если кто-то с ней придет. Зина к ней навещает. Передавала привет всем. Благодарная. Она так долго молится. Она прямо с семикратно в день вот эту молитву, она несколько раз прочитывает. Она рассказывала, как она молится, как к ней приходит. Спасибо, Христос. А Александра Ивановна как там? Как же? И Валентина Ивановна? Валентина Ильинична. 18 числа этого месяца у Валентины Кравченко день рождения. Надо бы как-то ее еще и держать в этом. Ну, Валентина Фоменко, слава Богу, 21 числа заканчивается 90-дневный ее срок лежания. Она присаживается, садится, просит святых молитв, потому что ее одолевает боли. Немножко заговаривается, давление хорошее, слава Богу. Врачи ее посещают, нуждается в молитве. Обслуживание тоже может кто-то иссечет. Вместо меня поддержит подходить, потому что мне требуется ей. Помощь еще такая требуется медицинского ухода. А дочка что, не понимала, не помогает тебе? Ну, она не полностью все это может исполнить по своему состоянию здоровья. Третья группа инвалидности бессрочно по психобольному человеку. Поэтому на нее ориентироваться, ориентироваться если нужно. Если есть возможность, надо помогать. Благодарит Валентину Николаевне. Простите, я не выслушала. Благодарит Валентину еще Александру Михайловну Гончару. За постоянную ее помощь она ей по телефону звонит и. Именно такая помощь ее рук. Молитвенная помощь, она там хорошо ей помогает молитве. Они молятся постоянно, но это не ханичество. Им надо помогать именно присутствовать, и тогда Господь посоединит. Да, очень рада. У вас все?
Ну, Рубцовская Валентина Дмитриевна, слава здоровьем. Много она тоже молится. Молитва большая слишком. Но у нее еще такое горе по своей неопытности, да и я там тоже была в это время. Приняли людей, которые ставят систему Nortec стандарт водоочистки. Они эту систему поставили, хотя надо было сначала поставить на очередь, по льготе, третьей группы инвалидности. Они сначала обещали, что льготы будут, нам льготы записывать. А дали бумаги, она в них расписалась, оказалось, это значит договор на сервисное обслуживание, потом чек-купон, и уже тебе, пожалуйста, вносят это хозяйство в открытой коробке. Ставят под мойку, немножко сливают воды. Мы не потребовали экспертизы вот этого всего хозяйства. Сейчас обратились там сразу же. Органы милиции, Роспотребнадзор. Никто нигде не имеет никаких прав, направили в суд. Через прокуратуру тоже. Идите в суд. В суде дело тянется буквально до сейчас. Полный отказ в полном объеме. Во-первых, мы еще не получили то расширенное, как называется, сообщение, решение суда. И поэтому мы не знаем, в какую сейчас сторону идти. Но страдают люди по всему российскому нашему хозяйству, стране. 227 комментариев, в том числе с видео. И людей этих представляют, они и даже бывают, кредиты берут в этих организациях. Пенсионеров обманывают. Обманывают пенсионеров. В общем, обманули очередной раз пенсионеров. Да. Коротко. Значит, молиться об этом. Пенсионеров обманывают. Еще кто? Виктор Андреевич, мама сегодня вечером уезжает в командировку в Екатеринбург. Ага. Путешествующие в течение недели. Ну, Валентина здесь, слава богу, хотел только сказать, как у нее там воду-то. Какую воду пьешь? Талую пьешь. Слава, талую. Ну, это же полезно. Чистенькая вообще. Да, это полезно. Да, слава богу, Господь снежку молитву достигла. Так, еще кто у нас остался неупомянутым? Говорите. Я хотела поблагодарить отца Игнатия за молитвы, за его святые. Он очень молился. Я получила пробу. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Посещал меня больную. Аллилуйя! Я очень благодарна. Он мне свой святой сухарик принес. Очень вкусный. Братья и сестры, хочу вас... Вот как бы такая информация. Когда я помогаю устроиться, не я, а Господь помогает через меня, устроиться, там, госпитализация, лечение... Ну, это одно дело. Но когда потом через кого-то вы передаете, вот там брат передал через сестру, вот ты, я должен пойти отблагодарить этого врача, который, он там называет фамилию, я даже толком уже не помню, кто его там лечил. Я должен ходить из одного корпуса в другой, по 9 этажам искать его, благодарить. Но почему я должен это делать? Ну как, взяли. Почему вы на меня-то это вешаете? За уши, как говорится. Виктор Андреевич. Нет, дорогие мои, вот это вот извольте. Взяли за уши. Нет, извольте. Помочь вам в лечении, да. А остальное берите на себя. Да. Груздик в корзинку полезает. Нет, нет, нет. Без груздей, без корзинок, без всего. Потому что, ну, знаете, уже чрезмерно будет. Понимаете? Чужими руками жар загребает. Да, поэтому, и потом, когда благодарите, ну, благодарить нужно, понимаете, это понятно, что благодарить нужно. И сами от своего сердца это делайте. Помни, что после вас кто-то может тоже прийти к этому человеку. И сухая ложка рот дерет, в народе говорят. Точно. Смазывать надо. Так что начальник, вот так. То есть не обижайтесь, но я вот эти вот благодарения вместо вас не собираюсь делать. А сколько, а как, а чего, кому? Сами решайте. Все? У меня? По этому поводу. Еще Андреевич, накопилось. Спаси Христос вас. Братья и сестры, мы с Левичкой вчера путешествовали, в Новосибирске были. Я писала двоим близким людям, просила молиться. Но если кто-то еще молился по их просьбе, я вас сердечно благодарю. Все у нас в порядке, мы благополучно вернулись. Слава Богу, молодцы. Как ты только объявил о том, что молиться о тех, кто за рулем, я постоянно молюсь об этом, чтобы Господь сохранил всех наших братьев и сестер, находящихся за рулем. От всех опасностей в пути. Можно маленькая просто информация? Да.
интересную передачу смотрела, и там сказали, колокольный звон единственно убивает вирусы всех гриппов, да, в том числе Эбола, и все, это ученые проверяют. Закупаем купола и звоним. Что любая инфекция погибает, так же от крестного знамени, от молитвы, так что мы вообще не должны болеть, в принципе. А как колокола-то, любые или только с колокольни? Церковные, ну вообще про церковные говорить. Ну, значит... Снимаю, скажем. Надо Путину предложение послать, чтобы через каждые три часа будем звонили колокола в городах. Будем звонить. Еще там про рыбу сказали, что сейчас идет рыба, которая искусственно выращивается, специально заражена. Она на вирусы какие-то, типа гриппозных эбола. Так что я даже не знаю. Не перегибаем палку. Уничтожение вот народу, как Игнат Тихонович говорил, 1 миллиард оставить. Ну вот я о патриархе хотел еще сказать. Вот патриарх, видать, отъезжая, или это какого-то другого года, проповедь в субботу говорил по телевизору. Ну кто смотрит слово пастыря. И он говорил на сегодняшнее место Нового Завета, это ничто не отлучит нас от любви Божией. Ни глубина, ни высота там и так далее, все перечисляет. И он там начал говорить о любви. И в конце, заканчивая, сказал, показывает народ, очень много народу, там, конечно, священников, там заполнено и людей, там очень-очень много в храме. Ну, в храме это после служения, службы. И он говорит, вот сколько вас здесь стоит людей, если вы будете ходить хоть каждый день, говорит, в храм, хоть замолитесь, говорит, здесь, если любви, говорит, нет у вас Божией, то вы не спасетесь. Он прям такими словами говорит. Потом показывают священников. Он на священников показывает и говорит. На священников показывают. Читайте он там, Сираха 7.31. И говорит, это патриарх, вот Кирилл, который сейчас там встречался. И говорит, а вы, говорит, если одели, говорит, на себя рясы, то не думайте, что это вас спасет. Вы, говорит, хоть на богослужениях умрите. И, говорит, не спасетесь, если не будете с любовью Христовой. Смотрите, вчерашнее выступление патриарха. Аллилуйя. Аллилуйя. Ну, единственное, что я бы еще добавил от себя, но он не добавил. Ну, ладно, он и так хорошо сказал. Любить Христа, это надо было Евангелие от Иоанна, 10 глава. Христос сказал, кто любит меня, тот исполнит заповеди мои. Вот это надо было еще сказать. Прямо обратиться и сказать, а теперь давайте все читайте Евангелие и Новый Завет. Ну, не сказал, правда. Ну, я думаю, это и так понятно было. Ну, не поняли, конечно. Кстати, сегодня вот апостольское чтение было, 1 Тимофея. Удивительно, один из центральных, я считаю, золотых стихов оставлен, выделен. То есть до этого стиха потом батюшка его произнес. Вникая в себя и в учение, занимаясь с ним постоянно, его отрезали последний стих главы. Вот в чтении, которое нужно читать. Удивительно. Вот меня это удивило. Я не знаю, почему это так придумали. Так составлено. И по этому поводу еще, значит, вот завтра, батюшка уже говорил, праздник, да? Сретение. А что такое сретение? Ну, в народе говорят, что такое? Ну, зима с летом встречаешься, потому что теплее становится, дни становятся длиннее, ночь короче. Ну, у нас-то какое понимание? Что означает этот праздник, Сретение? А? Что молчим-то, братья и сестры? Благоприимец сейчас. Да, батюшка, рассказывай. Что он рассказал? Ничего не рассказал. Вы у нас спрашиваете, что ли? Ну, я у тебя по-настоящему. У сестер спрашиваю. Люба, говори. Из наших всех источников Сретение – это встреча. Встреча в Слове Божьем написана три раза в Исходе, когда давался закон Божий, Сретение было. Еще здесь же написано следующее, там Даниила 2:40, 1 Фессалоникийцам, где встреча будет с Господом Иисусом Христом, в Сретение прям написано слово. Теперь, учитывая все, что мы имеем, при переводе, когда был перевод Библии, 70 человек еле трудились над переводом. Во время Птоломея 70 книг переводили. И один из них, это был Симеон, он оказался потом богоприимцем. Он переводил,
Ему встретилось место Исаии, где написано «Се дело приимет и родит». В еврейском языке это обозначает молодая женщина или дева почти одно и то же одинаково. И он засомневался, но ему пришел такой помысел, и увидел он ангела, который ему разъяснил, что не встретишься, не умрешь. Пока не встретишься с Богом, нет, не умрешь. Потому он оказался 300 лет живущим, пока не встретился с Господом Иисусом Христом. И по Слову Божьему это будем читать Евангелие от Луки. Аллилуйя. Вот. Спаси Христос. Спаси Христос, напомнила сестра нам. Игнатий Ильич, вы добавите? Да. Что добавить-то? Если православные, их все равно не научишь, наверное. Нужно всегда смотреть открытым оком на все. Праздник Сретения искусственно придуманный спустя столетия после 4 века. Его никто не знал. Но по цифру 12 подгоняли. Должно быть 12 праздников. Монахи все это сделали. Зачем, непонятно. Ну и смотрим на Слово Божие. Это праздник смерти, не жизни. Ему сказано было, не умрешь. А вот тут отныне отпущаешь, и то есть из этой жизни я устал. Встреча для него означала смерть, желанная, он ее очень ждал. Вот и все. Никакого отношения ни к одному человеку на земле это событие не имеет. Никакого. Родился, значит, Спаситель страдал, за меня страдал. А встреча как? Это место было значимое событие для Симеона, для одного. С чего ради его сделали 2-10 праздником, вообще непонятно. Чем-то он от других отличается? Тоже нет. А как тогда личная встреча с Господом? Вот что самое главное. Почему в церкви не установили праздник, когда это было эпохальное событие? Страшный гонитель. Савл встречается с Богом. И преображается. И делается великим, верховным, как называют его апостолом. Никакого события на этом. Ну, он встретился. Да. В какое время? Какая была погода? Нигде ничего нет. Почему? Монахи этого не знали. Только рожденный свыше мог бы тогда вздрогнуть и сказать, это что с нами делается? Это был поворот совершенно в другую сторону. А далее, если бы отмечали обращение, встречу с Господом Савла, теперь каждому вопрос. А у тебя была встреча? Он мог назвать дату. Он знал, что 3 дня до крещения было, что придет епископ Дамаска Анания, скажет ему слова, брат Савл, что ты медлишь? Ты можешь умереть. Что ты медлишь? Грехи еще на тебе. Что ты медлишь? Встань. Я мой грехи твои. То есть они до крещения на человеке. Не так, как у всех протестантов. Покаяние. Они даже этого не понимают. А если бы это отмечали, видимо, они поняли. Если бы мы понимали, мы другим бы несли. Не надо быть старообрядцем. У старообрядцев намертво не то, что запрещено, а замуровано благовестие. Его нигде нет. А зачем? Мы знаем Христа, знаем, как пальцы прижать. Вообще благовестия нету никакого. Ты еретик, переходи к нам. Все на этом закончилось. С благовестием ни один человек не вышел за последние, может быть, 300 лет. Ни один. А как приобретать? Смешанными браками. Вот она живет там и полюбила. Как уж она полюбила, неизвестно. Ну, замуж не может выйти. Она на первого индейца и положила глаз. Индеец! Это вообще дикари, считай. Ничего подобного. Его довершат называется, довершат. То есть он ногами станет там где-то или может полностью... А дальше она семенится и разойдутся. Как матка в улье. А трути не нужно, выбросили. А он что, он пьет, он ничего не знает. Через смешанные браки нигде не написано приобретать людей, а через Слово Божие. Вот завтра будет день, если бы, я просто говорю, то, что должно было бы быть, то завтра сколько бы было проповедей, патриарха спросили бы, епископов, у тебя была встреча с Господом? Ну покажи дата, покажи место, где ты был. Я могу говорить, я могу назвать дату 27 сентября 1962 года в 17:00. Карла Розенберга 4, город Венс, Латвийская ССР. Половица, где я могу показать, стол могу показать. Эта встреча произошла, я встал с молитвы совершенно другой, началась новая жизнь. У православных этого нет. Ходил с бабушкой, воцерковляться, то есть самые негодные заменители. Хлеб ничем нельзя заменить. Это обман, суррогат. Опилками его не заменишь. Здесь опилки с мекинами, с человеческими вымыслами перемешали. Ходи в церковь, надо воцерковиться. Меня часто спрашивают об одном очень известном протоиерее, Андрее Ткачеве. Ну и вот здесь.
Вчера мне из Греции подкинули несколько роликов и просят, я не успеваю делать. Вот это, как вы смотрите, как это? 2 часа, кажется, 30 минут почти. Я утром сегодня потратил столько времени, чтобы еще раз прослушать. Вот что интересно, внутреннее чувство. Я первый раз, когда услышал, когда он был на Украине, я его вообще не знаю. Хорошо поставленная речь у него. Но только я услышал несколько слов его, говорит правильно. У меня внутри все сжалось. Это не его слова. Мне никто ни одного слова не говорил. Я даже не слышал про него. У меня все внутри захолодело. Это чужой человек. Это он узнает, он меня сразу съест. Но это чувство только подтверждается каждый раз. Перед ним большая аудитория. Сидят люди. Ни у одного нету ни записать, ничего нигде нету. Нет, да опять хохот раздается. А на важный вопрос отвечает. Ну, допустим, из 10 вопросов только на один, на половину вопроса ответил правильно. Речь поставлена так, что мысль набивается, как он будет умирать, язык во рту не поместится в день смерти. Абсолютно все. Все поставлено на человеческие знания. И только его видно. Он ни разу ко Христу не подводит. Давайте откроем Слово Божие. Ну, я спрошу вот сейчас. Любовь Николаевна говорила. Как-то ходили туда. Как у адвентистов. Только называют где-то. Только шелест каждый. Вот сколько бабок есть? 100. И 100 Библии зашевелились. 100. Рук листают. Старые все. Я так говорю, Любовь Николаевна? Да, естественно так. Она там была у адвентистов. Да, вот у меня все постоянно. Слово Божие. Вот. Этого ничего нету, сидят все, как одеты, что он не видит. Ну, говорит просто прекрасно. Он все про язычество знает. Какой бы вопрос ни задали, он с такой глубиной отвечает, когда гуси какие гоготали, там Рим спасали, какие колонны, какие Аполлоны, он все знает. Но ко Христу не подводится человек. Я обращаюсь к первому дню, когда я его услышал, когда на Украине был. Он бежал оттуда, бежал. То есть ему смерть грозила, и он, я не знаю, семью вывез или нет только. Вот так, когда услышишь об этом праздновании, завтра оно будет, постарайтесь перевести его на другие рельсы. Симеона нет, он умер, он встретился, он раз смерти был, ныне отпущающий. Я впервые встретил это слово Достоевского. Он дворянин, блудный, как небрачные дети, как Жуковский, другие рождались. И вот он где-то там, в Санкт-Петербурге, и его жена... Давно уже бродит не там, где надо. А жениться нельзя. И наконец ему сообщили, она умерла. Так он бежал, говорит, по Петербургу и кричал, ныне отпущаешь раба твоего. То есть, могу сегодня же жениться. У православных хотя бы одна раз промелькнула, где по закону-то нельзя при живой жене жениться. Хотя она 1000 раз уж изменила. Но, однако, вот так. Поэтому этот момент нужен нам для того, чтобы мы дождались. Совесть заговорила, была ли эта встреча с Господом. Не просто, а я знаю, родиться свыше. Вот начальник говорит, родиться свыше, а он мертвее мертвеца. Ну, слова-то он слышит, он эти слова знает. Хорошие слова, он лепит их, а они ни к селу, ни к городу. Он не пережил и не знает этого. И ты себе скажи, когда ты встретился с Господом? И скажи, ныне отпущаешь, Господи, раба твоего от служения и греху. Развязал ты узы мои, и ныне я поступил в услужение тебе. Царь мой, Бог мой, любящий мой отец. Вот у нас сестра Елена Валерьевна Политыкина. Она как-то давала интервью. Здесь, кажется, Лозовой у нее брал. Я правильно говорю? И она только повторяла там. И мой любящий отец, Бог сказал, маленько, мой любящий отец, знаете, как-то здорово звучит. Не просто Бог, а любящий ее. Ну, скажи, говорила? Твои слова. И они запечатлены в эфире. Любящие. У православных ты что, Господи помилуй, и на этом все. Сегодня подготовьтесь, это накануне. Сходить, конечно, в ближайший храм, где можно. И найти эту точку опоры. Была ли у меня встреча с Господом? У Симеона была. И он умер. У нас встреча оживляющая. Это на другой ступени. Ему единственный человек, которому сказано было, пока не встретишь исполнение, то, что ты не сомневался, написано, не умрешь. А нам по-другому. Ты не воскреснешь, пока не найдешь написанное к тебе. Всякий верующий Сына Божий имеет жизнь вечную. Вот переведи на эти рельсы, и ты увидишь, как засияет этот праздник, 12-й именно. 12-й, нисколько не меньше введения во храм Пречистой Преснодевы Марии. Там столько намололи на этом празднике.
который буквально развеивает Антоний Блюм, митрополит. Ни в какой святая святых она, конечно, не была, там и не могла ли вести, сразу бы убили обоих там на месте евреи. Но здесь перетолковывать ничего не надо. Я ходил и не знал, я слышал и не знал. Господи, помилуй. Нам нужно научиться считать правильно, Господи, помилуй. Я согласен, все, что есть, не согласен 40, Господи, помилуй, никак. Считаю это неправильным, глубоко неправильным. Сегодня только сейчас в храме, вот только причастился. Я весь соединился с Господом, реально, с телом Его. И тут же опять, Господи, помилуй. Вот этот трафарет, сегодня никого нету, девочка на руках, не знаю, сколько ей месяца, 2 или 3, и все стоим, слушаем, якобы причастились мы, ничего же этого не было. Ни один больше не причащался. Причастили-то грудничка маленькая в одном. Ну, это сказали, сегодня, ладно, это мы отпускаем. Нельзя отпустить. Мы как старобрядцы, мы зациклены на этом. Мы зажаты. И вот из этого понятия о празднике Сретения можно такое выжить. И пойди к другим скажи, а была ли у вас встреча с Господом? Сектанты могут сказать. Они очень хорошо это говорят. Я был наркоман, я не знал Господа. Я встретился с Господом. Вот такие наркоманы приходят в Александро-Невский собор здесь. Священника нет после службы. Куда он успел уйти? Ну, библиотекарши дал возможность отвечать. Наши люди пришли туда. Задают вопрос. Вот у меня сын наркоманит, там второй запился, что делать? Она ничего не может сказать. Она знает только то, что ей батюшка сказал. Она говорит. Как что? Так прийти в храм, да причаститься. То есть он наркоман. Он падший. Он наполненный демонами. Они хоть, говорится... Черт, за рога, лишь бы верхом проехать. Ну скажи, какой отец учил так, чтобы лечиться причастием? Это что, лекарство какое? Это соединение с Господом. Это торжествующий брак на земле. Это, как говорят, кусочек неба на земле. И так это опоганит все. Из-за чего? Из-за того, что мозги отшиблены. Не хотим думать об этом. А вот эти праздники, любой праздник, при желании можно вывести на такую высокую ступень. Ко всем родственникам пойти. Сказать и рассказать, как ты встретился с Господом. Вот у баптистов, протестантов, кто бы ни говорил, он может сказать. Вот я не знал, я услышал. Я был в заключении, там проповедовали. Я принял Христа в свое сердце. Сегодня это протестантское, это не наше. Наше это воцерковление, каноническая территория. То есть вот все обложились, это, как я называю, гнильем. Нет таких слов, и нельзя воцерковляться. Когда ты обращаешься к Богу, рождаешься свыше, ты делаешься членом святой церкви. Никакого церковления нет. Ты или член, палец, рука, нога, или ты никто. Что за церковление? Нарисовать картинку вокруг человека без рук обнести и сказать, что у тебя руки переросли? Это никак нет. Поэтому на этот праздник нужно взглянуть с другой позиции. Приготовьте подарок себе, вославьте Бога. И другим принесите. Я услышал Михаила и Анна, они протестанты были, из пятидесятников. Я там обратился в их дом. Они никакого влияния на меня не имели, только дали Евангелие. Больше ничего не было у меня. Я поехал на то место, нашел, где дом был, там другое стоит. У меня свидетели сидят здесь. Я там упал и молился. И все это в интернете стоит. Я не мог встать. И теперь, как одарить даже тех, кто живет и не принимает, и все-таки через другого нашел. Полицию вызвали, как мы вроде напали. И все равно я подарил там книги, Новый Завет этим людям. А их, отошедших из жизни с ней неправославными, я поминаю каждый день молитву. Господи, благодетели мои Михаил и Анна, если можешь что сделать, сделай. Какой был поворот у меня оттуда? Это я извлекаю из сегодняшнего, завтрашнего праздника. Там была встреча, и место для меня свято. Там явился мне мой Бог. Там было мое рождение. Там лечебница моя. Там роддом мой. Все, что я имею после этого в жизни, все началось от того места. Все. Все проповеди, все таланты, какие открылись. Почему люди спрашивают, какой у меня талант? А в церкви один талант. Петь или священник, там, ну, диакон, или уборщица свечки зажигать. Ведь не так. Сколько талантов есть. Дальше апостол Павел перечисляет плоды Духа. И они там, скрытые, эти плоды. Даже просто уметь раздавать, накормить. И то, знаете, изведанных, исполненных Духа Святого. Да, лепешки раздать, пироги. Еще тут Дух-то Святой-то. Но и здесь была допущена ошибка. Ну, 6 глава Деяния Апостолов. Избрали-то их не на служение говорить слово. А сегодня идет
на епископское служение и ничего еще не знает. Я их очень много знаю. Только чисто административные дела, чтобы знал, кого наказать, где деньги вовремя собрать. Да будет благословен день встретения моего с Господом. И ты эти слова можешь сказать, нету, ищи. Еще не поздно, еще дверь не закрылась. Если Семен Богоприимец засомневался в одном предложении, то у православных таких мест тысяча в Библии Святой, в которых он сомневается. Я считаю, так написано. Верующий в Сына Божия не грешит. Священник отвечает, а как это может быть? Я говорю, первое послание Иоанна, ученик любви пишет об этом. И почему и дьявол не прикасается к нему? Вы очищены через слово мое, не знают совершенно, а то они не верят. Они верующие Богу представляют его лживым. Ты просто человеку, президенту скажи, врешь ты. И что у тебя будет из этого? А это не верующие в Святую Библию, что Бог сказал. Бога представляет лживым, хотя бы и не говорил. Вот с этого дня может такой урок дать самому себе, такой труд провернуть. Придете, маленько успокойтесь, замужняя, женатая, скажите всем своим сегодня. Завтра день. Симеон мог сказать, он умер. Но нам обещано только к жизни. Христос ясен, путь истинной жизни, он не назван смертью. Встреча с ним – это жизнь, это фейерверк, это свет, объемлющий вселенную. Да сияет он по каждому из нас. Богу слава за все. Аминь. Отошел. Ну, сейчас в интернете, ну, я в интернет, короче, захожу, слушаю там всех подряд. Там везде проскочу, послушал. Священники, да простит мне, кто писал это, для меня, говорит, написано. Еще разок скажу, ну, откуда деваться, они же там выходят. Священники в основном, ну, люди-то вообще ничего не знают. Мне главное, кто будет учить их, знают они или нет. Они о рождении свыше вообще ничего не знают. Смеются над Игнатием Тихоновичем, над словами его. Он рассказывает им Слово Божие, как... Смех стоит, заполнено все. Понятия о рождении свыше вообще никакого нету. То есть о встрече со Христом души понятия нету у православных. У священников ли, и тем более у паству взять, никакого. Вот именно такого, как написано при встрече Никодима с Господом Иисусом Христом. Третья глава Евангелия от Иоанна. Все написано легко. Читается, что пришел Никодим, говорит, учитель благий, ну, то есть Господа поминает учителем, но не высоко его ставит, просто учителем, который много знает. Ясно, что такого, если Господь тебе не даст, невозможно сделать. И начинает задавать вопросы, Господь ему отвечает, рожденный от воды и духа, рожденный свыше, кому придет. Он задает такой вопрос, а он уже старый, этот учитель, Никодим. Он говорит... А в Синедрионе находится он еще. Это как сейчас у нас вон Синод заседает. Представьте, там кто-то оттуда. И он говорит, как может, будучи старым человек, войти в утробу матери своей? Так он старой, матери-то уже нет, как он войдет в утробу-то? А он вопросы задает. И опять родиться? То есть он такие понятия. И вот я читаю в очередной раз и думаю, как это вообще можно залезть в священники, не будучи вообще с понятием, что нужно родиться свыше. Да ты, если не дошел до этого, спроси тогда у кого-то. Если опять не дошел, лезь до тех пор, пока, ну, ты не поймешь, что так мне там не место, я-то вообще не рожден. Вот Игнатий Игнатьевич, я понимаю, он об этом стучит. Стучит, постоянно стучит в каждое сердце своими словесами. А это Господь давно уже стоит, стучит. Он просто повторяет, Игнатий Игнатьевич, все доступнее и доступнее. И вот этого нету у нас, главное, в церкви. Почему наша община-то отличается, и Игнатий Тихонович, и, ну, братья, многие там сестры хотят показать, что мы отличаемся все-таки. Ну, нас часто за это гнобят. И что, вы только одни спасетесь? Да Господь спасает, сколько тут из нас спасется. Но не в этом дело. А приятно внутри осознавать, что ты идешь прям, ну, за святыми, прям за апостолами, за апостолом Павлом, ну, а он идет за Христом. Говорит, подражайте мне, как я Христу. И вот эта встреча, которая была у Никодима, ее бы вот еще бы на этот праздник Сретения наложить, и было бы вообще все понятно. И получается так,
Господь встречается с Симеоном. Ну, или Симеон с Господом, потому что он младенец ему передали. И дальше, да, он говорит, ныне отпущаешь и раба твоего. Ну да, правильно, он как бы к смерти все. Но дело-то все в том, что здесь исповедь говорится о жизни все-таки его. Он делал очень много для того, чтобы сохранить Слово Божие. И он совершил ошибку страшную. И Господь теперь все какие есть возможности прилагает, чтобы спасти этого человека. И в конечном итоге он не услышал же слов Христа. Их не было в Ветхом Завете еще. Но если бы он услышал их, он бы принял сразу. Он бы не задал вопросы, как Никодим. И поэтому дальше ничего и не говорится. Да, он умер, ну, естественно, что был выведен потом из ада, когда туда Господь сошел. Поэтому будем еще и с этой стороны подходить, с таинственной и невидимой стороны домостроительства, спасения душ человеческих Божьего. Спасибо, Христу. Брат. Слава Христу. Брат, на сайте РПЦЗ, www.russianorthodoxchurch.ws, выставлена информация следующего содержания. Паломничество 2016 по местам, по святым местам России при участии высокопреосвященного митрополита Илариона, первоиераха Русской Православной Церкви за границей. С 20 июля по 6 августа 2016 года. В маршруте Москва, Казань, Пермь, Казань, Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск, снова Барнаул, Москва. Ну вот, кто хочет присоединиться, там им для американцев пишут цену этого паломничества, это мы опустим. Ну вот здесь перечисляется программа. Вот по дням, чем она будет заполнена. Я остановлюсь коротко на городе Барнауле. Значит, Чимал озеро. Так. Да, вот такое немножко. Значит, лабу. Барнаул. Это будет 30 июля, в субботу, приезд митрополита Илариона в Барнаул. Встреча с Алтаем, прибытие в Барнаул, утреннее правило, в пути, встреча с гидом в аэропорту, обзорная экскурсия по городу с посещением храма святителя Дмитрия Ростовского, Знаменского женского монастыря, Свято-Никольского храма, молебен о путешествующих, потом обед, выезд в Бийск и так далее. Ну, описание, что будет в Бийске. Вот потом Чимал идет у нас, это Горно-Алтайск, уже Горно-Алтайская, республика Алтай, вернее. Озеро Телецкое и опять оттуда возвращение в Барнаул. Выезд в Барнаул будет 5 августа, опять он вернется в пятницу. И потом уже расставание с Алтаем. Опять будет в Барнауле уже 6-го, в субботу. Вот такие мероприятия. Молиться о предстоящем путешествии митрополита Илариона и об этих событиях. Можем сейчас. Еще есть какие сообщения? Все? Да, брат. У меня просьба, я автомобиль новый решил купить подороже. Помолитесь, пожалуйста. Нормально. Да, брат Николай. Ну, особенно для Валентины, хочу сказать. Что снеговую воду пить вообще категорически запрещается. Одно проступление. Вам любой врач это докажет в 2 минуты, даже Виктор Андреевич. Да, потому что вода, объясняю коротко, вода сама по себе не замерзает. Это такое химическое соединение, она не замерзает в свободном состоянии. Она примерзает или начинает замерзать вокруг чего-то. Пылинки, щербинки, вот ведро, обратите внимание, реку. Всегда начинается с берегов, то есть с твердого предмета. Снег. Намерзает на пыли, которая идет из ТЭЦ-3, из дорог, из машин, всякая грязь. Вот что воздух поднимается, там она собирает влагу, влага замерзает, идет снег. Летом идет дождь. Откуда? Это талый снег. Это дождь. Ее тоже пить нельзя. Можно только кипятить. Все.
Для тебя совет такой. Лучше набери грязной воды и заморозь ее. О, что такое осмос? Ну, многие знают, кто химию изучал, знают, что такое осмос. Вот и все. Потом я тебе, если хочешь, подробно объясню. Как. Вот мы делаем так дома. У нас вода тоже, хотя артезианская, но ее пить нельзя. Там ну, железо свыше 2000 единиц, будем так говорить, в воде. Мы ее замораживаем, потом оттаиваем и пьем. Не всю. Из 5 литров получается 2,5 только хорошей воды. Остальное все отвал. Обрати внимание, это вот и все. Поэтому обольщаться сильно, смотрите, ребята, там болезней чего только нету. Есть вирусы, которые даже никакой мороз не берет, они даже в космосе есть, там хотя бы минус 270. Вот и все. Это просто пожелание такое, что вот в детстве мы снег ели, да, было такое. У меня даже собака и то не всегда снег ест. Хотя собака. Я ее кормлю соленым, чтобы специально, ну, чтобы питья было больше зимой. Вот и все. То есть будьте осторожны. Лучше лед. Или грязную воду, когда начнешь замораживать, сначала замораживается самая хорошая вода, самая чистая. К стенкам ведра, бидона, банки, все что угодно. Вот намерзло у тебя 2 сантиметра, пробей, внутри вылей, эту растай и пей. Вот тут тебе ничего не будет, стопудово. А это можешь какую-нибудь заразу подхватить, и потом туалета не хватит. Это в лучшем случае. Вот все. Потом. Про замороженную воду это реально, да, так и делают. Вот то, что замерзло, это пробило, свело, а вот то, что осталось, но заморожено, вот этот лед этот самый, его нужно растопить. Потому что зима. Да. Еще полезная информация какая есть. Вопросы, пожелания, благодарения. Благодарим Бога. Достойно есть всякого истину. Блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родчую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити родину нашу от нашествий наплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем. И проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песнопение, трапеза и занятия.